Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. «Семья нищих на дороге» Роберт Вильгельм Экман. 1860 год, холст масла 35/44. Роберт Вильгельм Экман, выдающийся финский живописец и педагог, взрастивших плеяду местных художников. Он работал в русле национального романтизма. Мастер учился в родной Финляндии. Потом с 1824 по 1836 год в Королевской академии в Стокгольме. Уже тогда он отходил от холодного академизма, стремился отображать насущные, волнующие его темы. Экман писал портреты простых людей, а также аллегории. По окончании академии он удостоился награды многолетнего заграничного путешествия с целью совершенствования техники. Творец побывал в Нидерландах, Франции, Италии, центрах мировой живописной культуры. После возвращения в Швецию он получил гражданство, но довольно скоро вернулся в Турку, в Финляндию, на родину, где работал в качестве придворного художника до конца жизни. Представленная работа характерна для творчества мастера. Традициям романтизма соответствует идеализированный пейзаж и манера написания героев. Они выглядят очень скромно и покорны судьбе. Однако сам выбор темы «Странствующий нищий» говорит об осознании Экманом необходимости социальной критики в своих полотнах. Такие картины означали поворот от идеалов неоклассицизма первой половины XIX века с его четко рассчитанной композицией и обобщенными типажами к реализму. Подобные произведения восхищали ценителей изящных пейзажей и манерой письма, и в то же время ненавязчиво напоминали о существовании несправедливости и расслоения в обществе. Художники делали своим героем маленького человека. Привлекает внимание палитра мастера, особенно виртуозное изображение холодного северного неба. Творец добивается интенсивного цвета. Ну, вот такое описание к работе «Семья нищих в дороге» Роберт Вильгельм Экман, 1860 год. Я нашел в интернете текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.